Здравствуйте, Райна, дорогие труженики тыла. Позвольте поздравить вас с 9 мая, праздником Великой Победы. Чем дальше уходит история победной 1945 год, тем сильнее мы осознаем величие беспримерного подвига нашего народа-победителя, который и через столетия будет ярким символом несгибаемого мужества и стойкости. В этот священный день мы, молодежь Хангаласского улуса, низко склоняем головы перед светлой памятью павших в жестоких боях, отстоявших свободу и независимость Родины. Искренне признательны и благодарны труженикам тыла и всем тем, на чьи плечи легла тяжелая ноша поднимать страну в послевоенные годы. Дорогие ветераны, все живущие и грядущие поколения нашей страны будут равняться на вас. В знаменательную годовщину Великой Победы еще раз примите искренние поздравления от благодарных потомков и пожелания крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Праздник!